Это Game Pass. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала. Всем приятного просмотра, чеки, печеньки подготовили и погнали. Сегодня покажу игру, которую нам добавили подписку Xbox Game Pass Ultimate, и называется она Massive Challenge. Так, делаем с вами взгляд на то, сколько это у нас все весит. Игрушечка весит всего лишь 961 мегабайт, 700 грамм. Так, увидели. Дальше переходим с вами в Store и смотрим, что это такое вообще у нас. Стратегия. Еще одна стратегия. Тактическая стратегия о героическом времени, разработанная студией вот этой прекрасной на английском языке, которая называется непонятно зачем, потому что сменилась там информация. Вот. В роли бессмертного правителя нации вам предстоит повелевать ее героями, устраивать браки, которые усилят вашу родословную, а также ввести вековую войну с таинственным противником по имени Каданс или Каданс. Выглядит это вот так. Интересная анимация лиц. Так. Выглядит вот так. Сразу скажу вам, что я нафиг не шарю ничего в стратегиях, но покажу, как игра выглядит. И, в принципе, что там по локализации и все такое, мы тоже с вами сможем увидеть. Сейчас ниже, возможно, будет написано. Нет, не написано. Но сейчас все узнаем. Сделаем первый запуск и так далее. Полетели. Также, ребята, девочки, если вам нужна игра любая из Xbox Store, либо Xbox Game Pass подписка Ultimate по прекрасной цене, обязательно заходите. Первая ссылка в описании. Также в закрепленном комментарии есть ссылка на магазин, который называется Xbox Store Dreams. Об этом я вам и рассказываю. Там прекрасные цены на все, особенно на подписку Game Pass Ultimate. Там реально дешевле не найдете. Так, смотрим. Все, растянули опшенсы. Игра скачана у меня из Новой Зеландии региона. Ну, как там и не писалось по локализации. Ничего здесь даже нету. Субтитры. Ну, английские, видимо, будут. Вибрация, дисплей. Угу. Это что такое? Не надо. Это нам не интересно. Ну, блин, все, уже нету русского языка. Это печаль. Ну, давайте хотя бы глянем, как оно выглядит. Также в нашем магазине вы можете купить любую игру из Store, и также можете взять в аренду некоторые игры. Аккаунт покупаете себе в аренду, он, по сути, навсегда остается у вас. Игры там слабо сказать, что демократические. Там цены очень низкие. Так, я увидел, что мы должны двигаться дальше, ребята. О! Нажал. Левый нажал. Так, хэппишечки. Кто у нас здесь? Чего? Честно, пока мне это не вообще не интересно выглядит. Пошаговая стратегия? Ничего не читаю. Давай с базукой. Эй, каждого из вас так надо перегонять. Лучника, арбалетчика. Что это за Так, это я типа переключаюсь. That's where pawns like you see here come in. Think of them as attack dogs the cadence creates to spread corruption in the world. Слушай, я думал, сейчас как всечет нафиг. Вырубили нахрен. How about that, eh? One down, untold millions to go. Thank you.
Опа. But if you're going to remember one thing, don't let those runts form a posse. Keep them apart. Otherwise, it'll be like when caperjacks get together at a tavern. Except not the best night of the week. Печально. Сейчас они будут, да, атаковать? That could have been worse. At least they belong to heroic bloodlines. Oh yes, we forgot to mention. Normal humans cannot survive even a single touch from the kings. Но здесь, кстати, наверное, нету оптимизации для... Да, нету для консольного поколения, потому что я не вижу, чтобы тут было что-нибудь 2К, 4К. Нет, я четко вижу, что это нет. А что это означало? Я даже не попал ни разу. Вот так надо бить. Раз, блядь, и выключил. Мгновенный килл. Во, минус 16. Видишь, проткнул. Учися. Ну шо, братва? Ну, пойдем сюда уже. О, демоница какая-то. Cadence cowards. They'd rather stay back and snipe at you than fight up close. Be wary. If your heroes are hit, they may forget some of their combat training. The mind is just as vulnerable as the body. Все, блин, все на месте. Да, блин, и там народ тусуется. Давай, прикрывай. Ты чё, мать? Значит так. Ты вырубаешь нахрен. Надеюсь, с одного удара. Бля, не с одного. Выруби. Вот так, отлично. Далее. Того ж не снимем. Смотри. Вырубить не удастся, да? Не. Found one of our alchemists. Brilliant mind in a delicate body. Not worth much in a лучник можешь попасть же? But they make up for it with nasty exploding flasks. Just watch out for friendly fire. The explosions are big, so aim well or keep your heroes back. Trust us. Все, мать погибла. Короче, братва, вот такая вот стратегия. Сейчас мне сраку порвут. Не? Или дат? Все, все успокоились. Выруби нахрен. Раз. Потом. О, у нас уровни сразу растут, видали? Это кто? Это мой. Ну как, блядь? Во. Повылазили они. И все, мы, собственно, прошли один уровень, да? So this is our nation, and as we said, we are not in the best. Ну, по опшенам то же самое. О, ачивочку закинули мне. That muck you see surrounding us is the cadence. It's what created the pawns, corrupted our land. Now let's check out that keep you just saved. И тут мы выбираем, собственно, да? Куда мы идем сейчас? Во. Я сейчас здесь. The keeps. Bloodline forgers of the nation. The stonemasons did good work here. I'll thank them later. Here you will appoint one hero as a regent, one as a partner. The more experience they have. Now that your regent is appointed, it's time to decide on a partner. Although this isn't an arrangement out of love, who knows? Так, ты типа людей типа посмотреть могу. We've seen it happen. Personality, traits, experience, they're all important here. But just because this is an arrangement of necessity doesn't mean you should reduce these heroes to a pile of numbers either. They deserve better than that.
Я выбрал там что-то, правильно? Не? Не. Не понимаю. Зажал. Короче, что-то там происходит. Ладно, я дальше разбираться не буду. Все, ребята, девочки, в принципе, игру вам показал, что это такое вообще. Решайте сами. Это точно не для меня, стратегии не для меня. Тем более на английском языке пошаговые. Это точно нет. А вам решать самим. Оптимизации для консольного поколения нету, к сожалению, но как есть. Для меня игра ничего не стоит. Все, свое мнение рассказал, вы смотрите сами как хотите, надеюсь этот ролик был для вас полезен всегда, ценю ваши комментарии, лайки и все такое под видосиками, обязательно подписывайтесь на канал, я буду счастлив, рад и выпью за ваше здоровье чай. Всем приятного всего, до новых встреч на моем игровом канале, играйте хорошие игры с удовольствием и всем пока-пока.